Производство киностудии «Азербайджан Фильм». Про ослика. А потому что я такой, нам осликам полагается дурака валять. Что хочу, то и делаю. Какой невоспитанный. Что хочу, то и делаю. Смел, мы такие. Нам ослам так полагается. Оп. Эй, ты, осел, ты почему мне спать не даешь, а? Я такой. Нам ослам так полагается. Полагается, полагается, я вот волк, мне тебя есть полагается. А мне от тебя бегать полагается, и не догонишь. Ну и беги, пока я сыт и добр. Хоть я и сыт по горло, но я тебя съем, как полагается. Мама, за мной волк гонится. Помогите! Помогите! Как бы ему помочь, а? Ну, сейчас. Мама, мне по ослику добрым быть полагается, а я как осел вас обидел. Где этот глупый осел? Где этот глупый осел? Да этот длинноусый осел.
я его съем, как полагается. Бет! Нет его здесь! Бет! Здесь его нету! А чьи это там длинные уши торчат? А? Не мои! Ма! Ма! Ну что это за глупый осел? И такого дурака я должен сейчас вот здесь съесть. А? Это не осел, а ослик маленький, длинноухий. Прости его, он поумнее. Ладно, пусть будет по-вашему. Дураков я и сам не люблю есть, когда сыт. Спасибо вам, простите меня. Кажется, поумнел. Теперь ты понял? Сам виноват. Будь послушным. Спасибо, спасибо. Автор сценария Кемал Асланов. Режиссер Назим Мамедов. Художник-постановщик Бахман Алиев. Оператор Антонина Коротницкая. Композитор Октай Раджабов. Звукооператор Кемал Сиидов. Художники-мультипликаторы Арнахи, Солмаз Гусейнова, Гусейн Джавид Исмайлов, Арифа Гатами. Монтаж Нисы Гаджиевой. Песни исполняет Флора Керимова. Редактор Эдхем Кулебеков. Директор фильма Камиль Рахманзаде. Конец фильма.